На сегодняшний день в сутки казахстанско-узбекистанскую границу пересекает до 500 автомашин и 20 тысяч человек. Но у наших границ есть потенциал увеличить оборот почти в два раза. Механизмы его достижения стали главной темой межгосударственных переговоров. Как договорились стороны, все транспортные потоки будут распределены по всему периметру границы, а между нашими государствами станет больше таможенных постов, работающих в круглосуточном режиме. На настоящий момент нами определены приоритетными три пункта пропуска. Это Капланбек, Бауыржан-Конзбаева и Жибек-Жолы. В настоящий момент уже подготовлены рабочие проекты, финансовые средства выделяются. И мы планируем, что в конце этого года, в начале следующего, уже начнутся ремонтные работы. Новый импульс таможенные отношения между нашими государствами получили после встречи президентов Казахстана и Узбекистана в марте этого года. Это сразу сказалось и на товарообороте между республиками. За первое полугодие он вырос на 40% по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом вырос как экспорт, так и импорт товаров. Готовы развивать с нами отношения таможенники Узбекистана и в дальнейшем? Давно, я считаю, назрел этот момент решения этих вопросов. На сегодняшний день, я думаю, готовность с обеих сторон есть. Если мы только обозначим практические направления наши во взаимодействии, думаю, мы можем уже приступить к реализации тех задач и поручений, которые поставлены руководителями наших государств. Огромное спасибо еще раз за теплый прием. Пока же в одностороннем порядке южно-казахстанские таможенники пообещали ускорить процедуру растамаживания товаров на границе. Пересечь казахстанскую границу в ближайшее время можно будет за 25 минут. Сократить сроки удастся за счет внедрения новейших технологий контроля за перемещаемыми товарами. От радиационного исследования до сканирования веса и габаритов. Даниар Худайбергенов, Амантай Олибеков, Ербол Макашев. Информационная служба телекомпании «Отрад».